Кадры, которые мы получили только что, Владимир Путин провел сегодня в Новоогареве рабочую встречу с председателем Внешэкономбанка Игорем Шуваловым. Говорили об оптимизации работы кредитного учреждения и взаимодействии с другими инвестиционными институтами. Также обсудили, как решать проблемы, накопившиеся за предыдущие годы, из-за которых Внешэкономбанк показывает убыток. Цель, которая ставилась всегда перед Внешэкономбанком, она направлена на, прежде всего, на развитие экономики, реального сектора экономики. Как проходит ваша работа по освоению этого работы? Вы поставили задачу вписаться под руководством правительства в выполнение майского указа президента. Мы вошли во все рабочие органы правительства, и по всем направлениям, которые обозначены в указе, мы административно включены. Что касается накопленного внешнего долга, мы провели все необходимые переговоры, консультации, как закрыть эту проблему, договорились. В целом, по капиталу Внешэкономбанка и по нашим внешним обязательствам мы проблему урегулируем до конца 2018 года, если вы поддержите такие подходы. Но мы долго ведь обсуждали это в правительстве, еще в прежнем составе. Вы сами принимали в этом участие неоднократно. Вот те окончательные решения, которые предлагаются правительством, они, на ваш взгляд, сработают для того, чтобы очистить баланс и для того, чтобы Внешэкономбанк не занимался только погашением застарелых проблем, а наоборот выполнял функцию института развития? Да, Владимир Владимирович, в полном объеме позволит нам включиться в новую программу по кредитованию, созданию новых предприятий, по модернизации существующих. И мы цели развития в данном случае будем, безусловно, поддерживать и свою функцию основную выполнять. Хорошо.